вкуснейший завтрак из кураги, чернослива и фейхоа. Берем курагу, штук 10, чернослив столько же, фейхоа штуки 2-3. Измельчаем на блендере с теплой водой или с соком с каким-нибудь. И получаем вот такое пюре. Украшаем. Биологически активная получается кашка. Такая легко усвояемая. Блендер наш помощник. Зубастый блендер наш помощник. Пережует все за нас. Нам останется только усвоить и все. Даже на переваривание энергии не будет тратиться. Все уже готовенькое. Клетчаточка, витаминчики.